29 августа 17 год, Харьков, 9:47 по Киеву. Уже да. И вот она, привокзальная площадь. Слева Укрпочта. Справа управление пивдынной залезницы. Здание вокзала. Один из 12 символов Харькова. Официальных и утвержденных в 2000 году на сессии городского совета. Там у нас пригородные кассы, а сейчас я пробреду аж до музея железнодорожного. Тут недалеко. Если есть время, можно посетить. 25.75. О, эскалаторы не работают. Автостанция отсюда на Белгород отправляется, знаю. А вот здесь фортепиано. Периодически на нем даже играют. И вон он уже, музей. Вот это, кстати, вход в кафе «Локомотив». Кафе само по себе примечательно. Заказы там развозят по столам на маленькой железной дороге, на маленькой железной дороге вагончики. Так, ну вход здесь 9:00. То есть там тоже экспонаты. Туда я заходить не буду, есть отдельно. Я там уже ходил. В общем, где-то так.